Всем привет, ребята! С вами B16. По просьбе одного из подписчиков я буду искать нефть в зимнем биоме под водой. Ну что же, приступим! Как вы можете заметить, нефти нигде нет. Я еще немного полетаю, поищу, повзрываю. Но все-таки мне кажется, ее здесь просто нету. Так задумано разработчиками, что в зиме нефти не будет, она будет в пустыне. Ну, в лесу, скорее всего, тоже она должна быть. Но вот на зимнем дне, к сожалению, ее не будет, ребята. Поэтому, как бы ни была хороша зима, жить мне сложно и жить придется без нефти. Или как вариант устанавливать нефтекачалку где-нибудь в пустыне, бегать и лутать ее. Это неудобно, но это единственный выход. Давайте попробуем в это озеро закинуть. Оно как бы у нас... Ну, что-то типа в зиме, но нет, оно все-таки не в зиме, нет, это будет немножко уже не то. Я все равно закину. Ну, покажите, что у нас тут. И ничего. И кратеров даже нету. Нормально. Такие вот дела, ребята. Нефти на дне в зимнем биоме нету. Попробуйте найти ее сами. Если найдете, обязательно напишите в комментариях. Но мне это не удалось. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите следующие интересные видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16. Удачи!